Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить Dishonored. У нас, конечно, был опять некоторый перерыв, но я все же постараюсь их как-то минимизировать, поэтому, если что, особо на меня не ругайтесь. А мне нужно пробраться в этот, как его, капитанский мостик, отель. И как-то продвигаться дальше в Золотую Кошку я... Честно, пока особо не понимаю, как я это сделаю. Я точно не уверена, где находится этот отель. И знаю точно, что мне нужно разобраться с вот этими господами. Мне нужно их успокоить. Мне нужно сделать так, чтобы они не мешали мне здесь. Чтобы они мне спокойно дали возможность исследовать здесь все. Поэтому в первую очередь мы сейчас именно этим займемся, ребят. Именно этим. Ух уж эти байки, они такие полезные. Вот тогда очень хороший совет дали, чтобы я в них складывала людей. Мне прямо это зашло. Как бы это ни казалось, знаете, чем-то около морального, что как-то, ну как так, да, людей в какие-то баки мусорные. Ну, учитывая то, что с ними делают чертовы крысы, знаете, так даже лучше. Пускай оно так и будет. Ну нафиг. Лучше мусорный бак, чем эти крысы. Там мы вот в прошлый раз были как раз, и... Вы прям по двое ходите, но мне, получается, за задним надо будет появиться как-то. Так. А ты за ним пойдешь, да? Вот, хорошо. Все. Пойдем, отдохнешь немножко от службы. Вместе со своим сослуживцем. Блин. А как я поранилась-то? Или я не поранилась? По-моему, я поранилась, да? Об шипы, что ли? Упала. Непонятно немного. Вот интересно, он сейчас заметит, что сзади него-то больше никого нет? Нет, конечно, зачем нам это? Они не замечают изменения, которые вокруг них происходят. Это очень странно всегда было в этой игре, но, в принципе, может быть, вопрос сложности, может быть, нет. Знаете, когда-то появилась игра Fear, и я помню, что там была такая сенсация, что наконец-то UI прям точнее, не UI, господи, ИИ прекрасно работает, и они все такие отзывчивые. Сейчас поиграешь, и оно ведет себя ужасно. То есть здесь, наверное, даже лучше. Но все равно, знаете, хочется, чтобы как-то вот больше жизни было в этом всем. Чтобы это не были безликие люди, которых ты просто как-то успокаиваешь и все. Вот причем раз за разом успокаиваешь. Ой, а что я там перешвырнула, что ли? А, это другой. Все, я поняла, я вспомнила. Так. Целебные эликсиры, винный квартал. Это я читала. Не помню, кстати. Давайте прочтем. Винный квартал. Отрывок, изданный до чумы книги, в которой описываются товары Данвола. Нет в империи более известного напитка, чем виски старой Данвола. Это виски не только отличается отменным вкусом, но и является важнейшим традиционным напитком всех слоев населения. У капитанов, пересекающих Великий океан, обязательно припрятана в каюте бутылочка этого славного виски. Лучшие заведения держат обязательно запасы этого напитка, и даже фермеры Гристери непременно покупают старый Данвол, чтобы отпраздновать рождение здорового ребенка. Некоторые предпочитают изысканные напитки вроде бренди King Street или марлийских вин, но продажи старого Данвола в течение первых лет правления императрицы Джессамины Колдуин продолжает расти. Нет сомнений, так будет и впредь. Выдержанное разлито в винном квартале. Виски старый Данвол – лучшие виски на свете. Так, ну, судя по тому, что у меня в правом нижнем углу ничего не было, то мы это все-таки считали все. Ну и ладно. Лишним, как я уже говорила, не будет. Так, фишмонгер.
Но нам явно не сюда. Нам нужен отель. А это что за задание? В квартиру торговца картинами. Кстати, мы же там не были никогда, по-моему, да? Давайте-ка туда сходим. Нужен ключ от дома. Ясно, понятно. Хи. Вредитель! Ладно, теперь... Ой, я случайно не то нажала. А теперь у нас не будет никто задеть над головой. Так, ладно. Там я видела, человек стоит. Ну, я не понимаю, там щит, что ли, включен? А, ну он стоит, в принципе, спиной. One of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes, yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Keep your men from tampering with it. Понятно. Так, ну здесь я помню, мы в прошлый раз много веселились, поэтому я думаю, надо вот здесь вот как-то вытащить. А, или вот туда. Он прям рядом так стоит с ними. Опасно же, наверное. Курить решил? Ну давай, пока ты куришь. Мы о тебе позаботимся. Все, пойдем. Пойдем со мной отдохнешь, работяга, трудяга. Тут еще один ходит, оказывается. А как так я? Я чуть не наткнулась на него. Ну, ладно, парень. Сохранюсь-ка я на всех. Пускай он здесь будет. Когда здесь успел еще один начать ходить? Его же не было. Вон он стоит, причем. Вон он. Ну ладно, я оттуда одного забрала, во всяком случае. И думаю, что сейчас это все будет какой-то большой проблемой. Чтобы избавиться, например, от еще одного. Давайте потихонечку, наверное, к нему подойдем. Туда, что ли, пошел обратно? Ага. В общем, понятно, и так он теперь будет ходить, да? Давай. Оп. И все.
и спокойно. Надо сейчас будет отключить эту стену. Стену. Света. Так вот, как лучше ее отключить? По идее, вот эту вот фигню надо просто активировать, да и все. Только подниму ли я этим самым какой-то шум? Так, целебный эликсир Соколова. Подождите, мы выключили или нет? Как-то странно все. Где-то рядом руна или костяной амулет. Давайте поюзаем сердце. А вон там. А здесь как бы и не реагирует. Ладно, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем с этим. Ну вот, она как бы работает еще. Я поняла. То есть, помимо всего прочего, надо еще этот баг вытащить точно. Мы так и делали в первый раз. Сразу же трое идут задом. Так. И давайте опустим. Ну и все. В принципе, получается, что... Ну, мы и отключили стену света. Кстати, они... Самое забавное, что они это не замечают. То, что внезапно стена перестала работать, например, да? То есть так странно. Я стараюсь просто не юзать постоянно зрение, чтобы больше самой игры почувствовать, услышать. Поэтому сейчас, возможно, у меня, конечно, будет тупников побольше, но... Мне вообще-то кажется, что это, наверное, того будет стоить. Я хочу туда пробраться, вон на ту верхнюю. Ну, либо на тот вот шкаф. Ну как, шкаф, строение такое. Блин. Хотя можно замедлением времени, в принципе, воспользоваться в кои-то веки, да? Ой-ой-ой! Так, я загружусь, то, что я здесь сохранялась, прям вот тут. Я случайно. Я не поняла, как работает это замедление временем. Что-то странное. То есть, или мне надо зажать кнопку сейчас, я не совсем поняла. Ага. Окей, я поняла. Блин. За мной охотится. Ну, а в чем проблема-то твоя? Нормально же все было. Короче, понятно.
в общем, это не единственная наша проблема, ребят. Там еще вот эту фигню нужно обесточить будет. Поэтому давайте, наверное, немного попробуем. Не знаю, может быть, вокруг как-то обойти выйдет. Я не совсем пока понимаю, как это лучше сделать будет. Давайте посмотрим, что есть у нас здесь. Может быть, какие-то проходы здесь? Ну нет, вряд ли. Надо просто их по одному убирать все-таки. Все. Отлично. Я не скажу, что все прошло прям идеально. Явно можно было бы и получше постараться, но в целом мы хотя бы избавились от этой фигни, от этой ворвани здесь. Вопрос в том, куда дальше идти. О, боже. Все, я убегаю. Мы, главное, сделали свое самое лучшее дело. Это и избавились от дальнейших наших проблем. В принципе. Это самое лучшее, что я могла сделать, мне кажется. Шит. Так, мне надо как-то умудриться убежать, то что у меня нет. Хилок. Точнее, не хилок, а эликсиров на ману. И это проблема. Это большая проблема, но... Тем не менее, мы все равно убежали, ребят. Все уже даже ушли обратно на свои точки. Забавно, так быстро они уходят. Ну вот, давай как раз тебя и уберем. Все. Один из вас здесь теперь. И можно будет спокойно пробраться туда, куда мы и шли. Мне нужен эликсирчик на ману. Тут совсем что-то плохо вот так. Так, ну что, куда пойдешь? Ко мне или еще куда? Ага, тут двое. Интересно. Они меня тут заметят или нет? Просто расшевелило гнездо это осиное. Hagfish.
теперь они везде ходят. Просто везде. Звук такой странный появился. Шипящий периодически. You won't stay hidden for long. I'll find you. Они кого-то заметили, что ли? Или они тела находят? I know you're somewhere around here. Блин, они меня заметили. Ну что, вы же со мной не пойдете, вы же такие трусишки. Но вы сюда не ходите. Это мы уже выяснили. Мне нравится этот мирный просто храп на фоне. Очень умиротворяющий. Как бы у всех у них здесь все хорошо. Да. А куда они ушли? Вроде только что были все тут и в итоге ушли куда-то. Даже в прошлый раз все как-то начали выходить, в итоге уходить. А эти взяли и все ушли. Все убежали тупо. Что за фигня? Это слишком странно даже для меня. Ладно, окей. В принципе, нам же отчасти проще. Ага, двое сразу же решили пойти. Смотрите, какие хитрые. То есть теперь они решили бы патрулировать. Странные ребята. Никто здесь не шастает. Здесь все спокойно. Даже слишком. Ну, одного я у вас заберу. Ладно, уходим. И снова по нашему пути. Хорошее место, конечно, для отступления, но они какие-то после совершенно забагованные. Ну, не забагованные, да, но странная механика. Какого хрена вы все уходите? Еще луна не села. Ой, точнее, не взошла. Блин, говорю какую-то фигню, ну ладно.
Why? Ладно, я хотела его забрать, не получилось. Да-да-да, удачи. Все по кругу. Все одно и то же повторяется. Ну, это получается у меня очередной выпуск просто того, как я пытаюсь куда-то пройти. Кого-то зачистить. Ну, мне определенно забавно, конечно, мне нравится. Вот, разве что только из-за долгих перерывов у меня постоянно казусы происходят во время прохождения. Ну, в принципе, ожидаемо, знаете, чего еще ждать, когда я так редко в последнее время играю. Так. Там еще один что-то учуял. Беги, беги, говорит мне. Ха. Как раз убегать не будем. Скорее всего. Ну, только иногда. Так, что здесь, пошаркать ножкой остановишься, не? Что тебе не так? Ну вот, и идите дальше. Вот, все. Нормально. Абсолютно прекрасно. Мы избавились уже от двух на этом этапе. Там еще одного надо убрать. В принципе. Тело, которого у нас лежит прям посреди улицы. Это не очень красиво, я считаю, то, что мы его так оставили, поэтому надо его убрать, а то его скушают. Отлично. Потрясно. И тебя, давай, иди сюда. Ну, вам здесь весело будет, я думаю, втроем на одной площади. Это лучше, чем в одиночку против Корвата биться. Вы если что, здесь друг друга защитите, хоть вы без сознания. Я так понимаю, что их здесь осталось максимум трое, может быть, четверо. Поэтому мы уже близки, в принципе. Все, 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 все. Там двоих я видела. Ну, пока вроде все. Никого больше и нет. Так. Двое ходят. Одного заберем. Отлично. Ну, потихонечку вспоминаешь управление, потихонечку становится что-то лучше получаться, но не сразу. Так. И сейчас он сюда пойдет и мы его заберем. Походу он последний. Очень похоже на то. Хотя нет. О, черт.
Слушайте, а я не помню, что мы умирали. Вот так вот прям. Ваш земной путь завершен. Ладно, я там сохранялась прям недавно. Вот здесь вот как раз этот встает, да. В общем, их там четверо. Не трое. Один еще где-то. Только вот где? Не совсем я поняла. Ладно, допустим, мы вот этого убрали. И сохраняемся. Ну, на всякий случай, чтобы просто вам, ребят, не так было скучно это все пересматривать. 20 раз, как я там пытаюсь кого-то убрать. Вообще, можно, конечно, было бы сразу же двух успокоить, но я что-то как-то... теперь сомневаюсь, раз уж там... их там все-таки не один человек остался, то... надо бы, наверное, поаккуратнее немного себя вести. Ага, вижу, там вон еще один пошел. И он завернул туда налево. Хм. Ну-ка. Сейчас, по идее, слева вместе, да? Окей. Ладно, мы его вырубим. Там пускай. Один ходит слева. Блин, давно этого не было. Я не слышала трека, который в самом начале еще играл. Вот этот вот скрипучий. Такой похожий на скрипку, но это вряд ли скрипка. Хотя хрен его знает. Приятная штука. Я ее сейчас спустя достаточно много выпусков услышала. Здесь никого нет. Отлично. Ну и ты тоже к своим братьям сейчас пойдешь. Братьям. Сослуживцам. Давай, давай. Надо немножко отдохнуть, надо расслабиться, надо вспомнить былые времена, как было хорошо, когда вы были на стороне добра. Ну или хотя бы думали, на какой вы стороне. Слушайте, ну по идее это все. По идее это все враги. Все ребята, которые нам могут здесь помешать. Опять же, я врагами называю не потому, что они реально для меня враги, а потому, что просто они могут меня убить. У меня такая привычка со всех игр, ребят. Пули. Пули нельзя. Пулями не пользуешься, и так их много, конечно, у меня. Банка консервирована. Да. Надо. The Golden Cat. Ага. Это прям сразу туда, видимо. Но мне нужно через другое место. Мне нужно через отель пройти. Мы сейчас здесь все осмотрим, потому что мне, во-первых, нужны деньги. Прочная дверь. Ключ от отеля, капитанский мостик. Вот он где. Прикольно. Прикольно, так, хорошо. Я только сейчас обследую локацию, потому что неизвестно, что будет, когда мы отсюда уйдем. Давай. Что-нибудь мне, какой-нибудь синенький эликсирчик я хочу. Рапорт стражи.
Всем офицерам стражи бульвар Клеверинг, ведущий на площадь Холджера, будет закрыт до особого распоряжения. В канцелярии Верховного Смотрителя произошло чрезвычайное происшествие, поэтому все контакты со смотрителями впредь должны осуществляться только через меня. На прежнего Верховного Смотрителя Тадиуса Кэмпбелла наложено клеймо еретика, а каждый, кто стал жертвой этого религиозного ритуала, подвергается безжалостному гонению. Кэмпбелл лишен всех полномочий и привилегий. Любой, кто вздумает оказать ему помощь или дать приют, подлежит аресту. Это относится и к солдатам стражи. Капитан Натан Мортимер, отдел по связям с аббатством. А при этом, как бы мы на него это клеймо наложили, то есть он сам по себе, ну, не виноват, да, но все равно за это он подвержен гонению. Это, конечно, жестоко, как по мне. Немножечко жестоко. Так, я хочу вниз еще сходить, посмотреть, что там, потому что мы в прошлый раз там были. Shush up, you. Блин, ее убили. Я загрузилась там рядышком. Точнее, сохранилась, поэтому давайте-ка мы их, пожалуй, усыпим. How are we gonna protect you? What's up? Блин, я забыла, что они не сразу падают. Пожалуйста. How can I thank you? I have nothing. Wait, take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there. Probably hoping he'll be able to sell something from that safe of his. Mm-hmm. I don't know what he has left, but it's all I have to offer you. Please take it. Again. Слушайте, хорошо. Спасибо тебе, девушка. Это приятный бонус. Тем более, что мы в целом... Ну, как это сказать... Мы в целом хотели бы заиметь этот ключ. Я так понимаю, что это находится там, где торговец, видимо. А может быть и нет. Но это единственная такая дверь, которая у нас сейчас закрытая. В общем, ладно, разберемся потихонечку. Сходим и туда. Но у нас дневник цели. Сведения, точнее. Служанка торговца картинами дала вам ключ от черного входа. В доме торговца могут быть очень ценные вещи. Вот, да. Но это, по-моему, там было. Рядом с торговцем сейчас. У которого я вечно покупаю какие-нибудь там дротики, трачу деньги. А вы потом ругаетесь, что я это делаю. Так, ну хорошо, я довольна тем, что мы сделали. Мы спасли человека, мы не зря сюда пришли. Абсолютно не зря. Так, я хочу с сердцем чекнуть, где тут все-таки. At the academy, they cut the flesh of the dead and trap the lightning from the sky. Это в золотой кошке, да, я так понимаю? Или там внутри? Давайте сходим в дом торговца картинами. В принципе, я думаю, это будет хорошо. Улицу мы всю зачистили. Больше нам никто не мешает посещать разные совершенно здания. И это круто, блин. Это очень круто. Вот там это. Я правильно понимаю? Привет. Вот сюда.
Да. Но знаете что? Я думаю, что это я сделаю уже в следующий раз. И если локации короткие, мы пройдем не одну. Просто не хочу выпуски делать очень уж такими огромными. Конечно, этот выпуск не сильно познавательный был. С другой стороны, мы спасли девушку. Да, и это тоже очень приятно. Так что увидимся с вами в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии, если понравилось, есть что сказать. Всем пока-пока и до встречи.